Такой взгляд был сейчас у сербского спортсмена очень интересный. Такой неспокойный и не яростный, такой какой-то внутрь себя даже чуть-чуть. Ну вот внутри себя он как-то долго находился и забыл выйти на бой. Колумбиец такой спокойный очень. Такой вот. И очень технично начал колумбиец бой. Вообще колумбийцы демонстрируют очень хороший бокс любительский. На любительском ринге действуют так, в общем, технично, очень интересно. И вот... Хуан Карлос Карильо сейчас нам демонстрирует свои умения. Но опять же, мы говорили о том, что уровень спортсменов здесь вот на отборочном еще раунде, да, то есть это раунд 16. Бывает, ну, просто разница очень сильная. Мы видим, что это нокаут. Это нокаут. То есть не прошло и минуты от начала первого раунда, и уже сербский спортсмен столько ударов пропустил, и даже практически ни одного-то и не нанес. Так просто руки выбросил. Ну вот не так часто мы видим нокауты в любительском боксе, но это, опять же, скорее связано с тем, что телевидение, по большей части, транслирует именно финальные стадии. То есть зачастую это полуфиналы, финалы вот тех же квалификационных раундов. А вот там, где встречаются боксеры, вот, ну, вот как сейчас, очень разного уровня, они не так часто попадают в эфир телевизионный, поэтому... Нокаутов люди видят даже еще меньше, чем вот их есть на самом деле. Ну, вот мы с вами увидели. И колумбиец очень легко проходит в четвертьфинал. Да, просто вот буквально на длинных руках его подержал, раскидал боковыми 2-3 попадания, и все, серп уже на коленях. Ну что ж, Хуан Карлос Карильо, будем мы следить внимательно за этим боксером, потому что, видимо... Ну, даже вот особо и не вспотел. Не без динамита в кулаках. Ну, как тут вспотеешь-то за минуту? Ну, тут, да, и, мне кажется, у него воды-то больше вылили, чем он потратил. Раздосадованы, конечно, ребята, но... Класс действительно очень разный. Ladies and gentlemen, the winner, KO, the newcomer. Победитель нокаутом, колумбиец Хуан Карлос Карильо, выходит в четвертьфинал. Colombia, Juan Carlos Carrillo, esquina azul.